Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся наушники Motorola GR300, и сейчас мы разберемся, как отключить их от Android. Итак, для начала мы смахиваем шторку сверху вниз, здесь зажимаем иконку Bluetooth, после чего переходим в настройки нашего устройства, то есть наушников, и здесь нажимаем «Отключить». Если решили полностью убрать наушники со списка ваших подключений, нажмите на наушники и нажмите «Удалить». Нажимаем «Ок». На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!